По поручению губернатора и инициативе депутатов, которую охотно поддержал глава городского округа Дмитрий Волошин, во дворах Химок устанавливают новогодние елки. Так, возле дома 21 на проспекте Мельникова главный символ праздника нарядили в цвета российского флага – красный, синий и белый. И я надеюсь, что около нашей елки будут не только дети, но и взрослые. Здесь будет смех и веселье, и будут водить хороводы. Сердечно поздравляю всех жителей и гостей нашего округа с наступающим Новым годом! Новогодние елки установили практически во всех дворах города. Расположение елок и их дизайн жители обсуждают в домовых чатах, а затем выходят с идеей украшения двора к депутатам. Стараемся в большинстве дворов установить новогодние елки, по возможности принять участие в их украшении. Елочные игрушки, мишура, гирлянды. Все для того, чтобы у жителей было новогоднее настроение. Одна из центральных химкинских елок стоит в сквере Юбилейный. Там можно не только полюбоваться на зеленую красавицу, но и покататься на коньках. Помимо установки символов Нового года, в Химках проходят и другие мероприятия. Праздничные концерты, благотворительные акции и многое другое.